Новая волна прессовки по ОТ+, 17 июля, начинает испытание тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Предыдущий опыт, отметили специалисты, учтен. В этот раз процедура должна пройти строго в соответствии с графиком. Без горячей воды жителям некоторых районов города предстоит обходиться почти 2 недели. Завершится опрессовка 28 июля. Напомним, в конце мая горячую воду отключали по контуру ТЭЦ-2. Вместо заявленной недели жители остались без ресурса больше, чем на 20 дней. Задержку тогда объясняли авариями на внутренних сетях и проблемами с заполнением теплотрассы горячей водой.